«Падишах и нищий. Азербайджанская притча», читает Павел Беседин. «Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову. Мухи облепили лицо и тело, он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него. Пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю. Любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух, вели им скорее улететь отсюда. Погибаю». Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со своей свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и сказал: «Я не знаю, что падишах такой бессильный. Не знал даже. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух на свете нет никаких созданий. Абсолютно. Не знал я, что он такой слабый».